Всем привет, уважаемые зрители моего канала, уважаемые покупатели электронного дискаунтера CityLink. Сегодня я вот всплыл с жара из CityLink, вот в таком вот CityLink-овском пакетике принес штатив Hama Star 185 3D 164. Вот такой вот штатив. CityLink-овцы молодцы, дают пакетики бесплатные, так что за это им огромный респект. Так, вытаскиваю из пакетика, пакетик удаляю. Вот, видим мы такой вот штатив, вернее упаковку от штатива. Вот, написано тут у него минимальная высота 69 сантиметров, максимальная 185 сантиметров. То есть это очень крупный штатив. И на него как раз была скидка, так он стоил 2700, а я его купил за 1400. Потому что потратил где-то 360 бонусов. Так он стоил 1800 по скидке. Так что, считайте, я в два раза дешевле, чем за 2800 купил. То есть за 1400. Так, ну теперь начну вскрывать этот штатив. Вернее, упаковку с этого штатива, с этим штативом начну вскрывать. Так. Вот, достаю вот такую упаковку. Вернее, достаю сумочку такую для переноски штатива. Вот на ней написано Hama. Вот. Так, сейчас пока я ее положу вот сюда вот. И посмотрю, что тут написано интересного на штативе. Вот. Так. Написано, что максимальная толщина ноги 26,7 мм в самой высокой части. Что вот тут вот подъемная штанга есть вращением ручки, она поднимается. Максимально 4 килограмма, вот 4 килограмма максимально можно ставить фотоаппараты сюда. И вес штатива 1660 грамм, то есть не очень тяжелый штатив. Так, ну и что тут еще написано? Вот давайте я вам прочитаю, что тут написано. Вот тут на многих языках написано, на 10 языках или на 11 написано. И, наверное, на русском тут будет написано. Вот, штатив-треножник Star 64 185 3D. Штатив для фотоаппаратов и видеокамер Шармир 3D для съемки в вертикальном и горизонтальном положении. Плата быстрого соединения фотоаппарата. Ватерпассы на голове штатива и на основании. Зажим для плавной установки высоты центральной штанги. Настраиваемая поперечина и гибкие резиновые ножки для неровной поверхности. Регулируемые по длине ножки фиксируются зажимами. Ручка и крючок для утяжеляющего груза. Съемная площадка. Товар номер Hama 400-4154. Производитель Hama. Номер какой-то. Мунхейм. Дресснерштрассе 9, Германия. Сделано в Китае. Все я вам прочитал, что на этой коробочке. Так что коробочку я удаляю из кадра. Вот так вот я ее закрываю и удаляю из кадра. Так. Теперь смотрим, что внутри вот этой упаковки находится со штативом. Находится, как и ожидаемо, штатив. Находится внутри упаковки. Так, и тут, наверное, еще будут силикогели, скорее всего. Обычно кладут силикогель, чтобы влага не портила штатив. Нет, на этот раз силикогель не положили. Так, вот это вот тоже удаляю из кадра. Так, вот такой штатив. Вот его минимальная высота. Сейчас я вам покажу. Так, вот его минимальная высота 69 сантиметров, как было написано. Вот минимальная высота. Так, вот. Да, штативной площадки от земли 69 сантиметров ровно. Так. Штатив из трехсегментной ножки, то есть два зажима на каждой ножке. Вот так вот раскрываем эти зажимы. Так.
падает под собственным весом нога. Так, вот такой вот штатив. То есть довольно высокий штатив. Так, поправляю опять, спадаю штаны, похудел я немного. Так. Если вот так вот расставить ножки полностью, вот так вот, и поднять центральную штангу, то штатив будет с меня ростом, потому что во мне 1,86 м. Да, вот даже выше он меня почему-то. Тут сейчас замеряю я, сколько тут реально высота. Сейчас выйду из кадра пока что. Так, опять зашел в кадр. Вот у меня вот такая вот пятиметровая вот такая вот рулетка. И сейчас я замерю. Что-то мне кажется, блок больше у него высота, чем 1,85 м. Да, так оно и есть. Повыше этот штатив. Гораздо выше этот штатив. Вот. Не знаю, видно вам. Сейчас я вам покажу. Так. Сейчас, ладно. Неудобно в маске. Короче, высота у этого штатива, да, верхней площадки, 1,89 м. Я вижу, что он выше меня. Во мне 1,86 м, а тут 1,89 м. Так что немного наврали со штативом. 1,89 м у него реальная высота. То есть он на 4 сантиметра выше, чем указано на сайте производителя этого штатива. Так что, если вы будете его покупать, имейте в виду, что у этого штатива реальная высота 1,89 м. Вот. Он даже в кадр не поместился. Да? Вышел из кадра. Так. Ну, а если свести ножки поближе, то сейчас я замеряю, сколько у него будет высота. То есть, если его использовать как монопод, вот, допустим, вот так вот ножки свести, то у него, наверное, будет все 2 метра. 1,98 м. 198 сантиметров. Вот уже вышел он из кадра. Сейчас я вот так вот покажу. Вот 1,98 м. Вот сейчас вот он в кадре, да? Вот так. Сейчас он в кадре. Вот, чтобы не было инсинуации, чтобы не было допущений каких-то. Вот. Сейчас я вам покажу. Так. Вот. 1,98 м. Вот. 1,98 м, если его использовать как монопод. То есть почти 2 метра. Так. У меня саморазобралась вот эта вот рулетка. Вылезла вот у него вот эта вот штука. Так, ну, по штативу, наверное, я вам все рассказал. Удобный штатив. Хороший штатив. Самый высокий из всех моих штативов. У меня до этого самый высокий штатив был 1,83 м. А этот штатив получается 1,89 м. Хотя написано 1,85 м. И в режиме монопода он 1,98 м. Такой вот высокий штатив. Так. Сейчас буду складывать штатив, и, наверное, свой видеоролик, свой видеообзор об этом штативе я заканчиваю. Сейчас вот я вам еще, не буду пока еще складывать его полностью, этот штатив. Поставлю его вот так вот, так он затянулся. Вот так вот этот штатив поставлю. И покажу, как на него крепится фотоаппарат. Вот такая вот штативная площадка у него есть. У этого штатива Хамма 64.
Вот так вот она прикручивается к фотоаппарату Sony Alpha A3500. Беззеркальный фотоаппарат. Так, жарко от софитов, поэтому дышу я так тяжело. Так, вот так вот прицепляется он, штативная площадка прицепляется к фотоаппарату, и вот так вот прицепляется фотоаппарат в штатив. Вот. Так можно вверх-вниз, влево-вправо. И функция 3D, это, как вы знаете, вот так вот можно. Вот. Вот так фотоаппарат сделать. Чтобы получить не горизонтальный кадр, а вертикальный. Так. Что я еще хочу сказать. Вот здесь вот есть уровень с пузырьком воздуха. Такая вот емкость небольшая со спиртом зеленым, с жидкостью зеленой. Вот один уровень и вот второй уровень вот здесь вот. То есть можно установить горизонт правильно по этим уровням. Так. Ну вот вроде и все. Снимаю сейчас фотоаппарат с площадки, со штативной. Фотоаппарат убираю из кадра. Штативную площадку обратно ставлю на штатив. И собираю штатив, чтобы положить его в штативную сумку. То есть по высоте штатива не обманули, даже прибавили немного. 4 сантиметра к указанной высоте прибавлено. То есть не 1,85 м, а 1,89 м. Так. Складываю штатив обратно в штативную сумку. Застегиваю штативную сумку. Так, ну и этот штатив я рекомендую вам к покупке. Вот так вот его можно носить, перекинув через плечо. Вот так, немного ослабить надо. Вот тут вот. Вот так вот ослабил. Вот так вот на плечо закидывается штатив. И чук-чук-чук-чук. Вы можете идти на какое-то мероприятие, на фотосессию с этим штативом. С очень высоким. Приходите на место фотосессии, раскладываете штатив, снимаете, что вам надо, и обратно уходите, унося с собой штатив. Так, ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, мой видеообзор вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. Пока.